Вот приходит нам много писем, а вот это письмо типовое. Почему он так недобр к нам? Ведь страдают невинные люди. Слышал я такую фразу. Недобрый, но справедливый, да. Да. Будьте добры друг другу. О, видишь, Творца нет. Есть природа. Ну, очередная бомба такая, Творца нет. Элоким бегематрия тева. Сделать как? Да. Сначала убедить в этом всех евреев. С них начался мир, и ими закончится мир. В нас есть центральная точка мира, которая связана вообще со всей природой.